первый результат Oriflame в мире. Полковник военно-космических сил России в отставке. Создал самый успешный бизнес во многих странах мира вместе с супругой Тамилой Полежаевой. Является наставником многих высоких званий Oriflame России и мира. Единственный лидер сетевой индустрии в России, получивший единовременную выплату 1 миллион долларов. Судя по тому, что мы видели на экране, у вас самый высокий результат Oriflame в мире. Мне рассказали, что вас часто приглашают по всему миру читать лекции по этому бизнесу. Вы консультируете людей, как зарабатывать деньги. Расскажите, что вас привело в Чебоксары? Вы знаете, на самом деле нас с супругой приглашают по всему миру, чтобы рассказывать об успехе в этом бизнесе, как его правильно делать. Мы читали лекции в Индии, в Китае, в Японии, в Индонезии, в Финляндии, в Египте, в Латинской Америке. Ездим по всему бывшему СНГ. Бывшему СССР. Вот. И на сале рассказываю просто, как с этой компанией, с этой продукцией зарабатывать деньги. Причем на сале никого не прося, никого не завися, никого не обманывая. Что для меня очень важно, никого не обманывая. Владимир, расскажите, в чем же суть вашего бизнеса? В чем состоит сама основа? Блинка, ну понимаете, в любом бизнесе есть профессионалы, есть дилетанты. Профессионалы, наверное, это люди, которые грамотные, которые понимают этот бизнес, которые чувствуют его. Дилетанты – это люди, которые просто наскоком пришли, пытаются что-то заработать, они все понимают, они все знают, им ничего учиться не надо. Вот. Вообще-то деньги видят не глазами, деньги видят умом. Ну, поэтому мы пропагандируем в нашей структуре, что надо учиться этому бизнесу. Это очень интересный бизнес, это очень выгодный бизнес. На самом деле делать бизнес на красоте – это великое счастье. Каждое прикосновение было особенным. Не переставайте мечтать. Oriflame. Твои мечты – наше вдохновение. Но чтобы зарабатывать деньги, на самом деле надо учиться этому бизнесу. Учиться. Вот. И вот как раз наша деятельность заключается в том, что мы учим людей. К сожалению, на самом деле 99% людей, даже которые уже попали в Oriflame, они очень часто даже сами не понимают, куда они попали. Причем мы готовы с ними делиться, готовы им рассказывать, объяснять, помогать, но они просто не приходят на встречи. Чему нас там будете учить? Продавать? Мы сами умеем. И они просто не приходят на встречи, к сожалению. Сегодня великолепная возможность тем людям, кто, может быть, когда-то был, или, может быть, когда-то имел отношение просто к продукции, да, то есть видел наши каталоги, увидеть человека, легенду, человек, который реально зарабатывает, и он сегодня делится. Ребята, пожалуйста, я сейчас обращаюсь к тем, кто, может быть, мельком проходит мимо экранов, отбросьте свои дела. Послушайте человека, который реально обучает, это великий наставник. И то, что сейчас вот он говорит, каждое слово его на очень большой весит, если поставить весы, в эквиваленте денежном. Это точно. И очень часто, когда я людям задаю вопрос, что вы знаете про Oriflame, люди довольно-таки честно, откровенно говорят, мы все знаем про Oriflame. Я уже там 15 презентаций прошел, я уже там 5 раз сам был подписан в Oriflame. Я говорю, это здорово. Говорю, а что ты знаешь про Oriflame? И очень часто люди, если с ним доброжелательно разговаривают, то они отвечают, продавать надо. Я говорю, да, это один из видов наших заработков. Что ты еще знаешь про Oriflame? Говорят, людей надо приглашать. Я говорю, да, это еще вид нашего заработка. Что ты еще знаешь про Oriflame? И люди говорят, так удивленно останавливаются, говорят, а что там еще что-то есть? Представляете, я им отвечаю, что, ребята, вы сейчас мне назвали только 2 вида заработка. Продажи и приглашение людей. Я здесь насчитал 7 видов заработка. 7 видов заработка. Причем вы сейчас назвали 2 самых маленьких. На продажах много не заработаешь. 2 руки, 2 ноги, 24 часа в сутках. На людях тоже много не заработаешь. Вот где самые большие деньги в Oriflame заложены. Почему люди про них молчат? И очень часто люди, которые мне говорили, что я уже сам был 5 раз подписан в Oriflame, они часто говорят, а что это за 5 видов заработка? Мне про это не рассказывают. Действительно, что это за 5 видов заработка? А вот это тема для разговора.
Потому что на самом деле это не тема для разговора на ходу, потому что ни один банкир не будет рассказывать о своем бизнесе на ходу. Ни один нефтяник не будет рассказывать о своем бизнесе на ходу. Это серьезный бизнес, в котором надо серьезно сесть и разобраться. Сейчас, вот, кстати, вы можете на экране увидеть лестницу успеха компании Reflame. Это просто как бы премии, только вознаграждение за карьерную лестницу. Step-by-step. То есть ступенька за ступенькой. Начинается с маленького, но заканчивается очень серьезными суммами. Это одноразовое вознаграждение, повторяю. Оно приблизительно равно ежемесячной зарплате. Но на самом деле, надо понимать, просто это однократные вознаграждения за достижение ступенек. Вот. И там очень серьезные суммы. Там есть $1000, там есть 2-3 тысячи долларов, там есть 6, 8, 10 тысяч долларов, 24, 30, 36, 42, 100 тысяч долларов, 200, 300. Ну, сами понимаете, что на продажах столько не заработаешь. Значит, в этом бизнесе есть что-то другое. Там есть $1 000 000. Ну, сами понимаете, на продажах с сумками через плечо, конечно, столько не заработаешь. Там надо работать головой. А в чем смысл? Знаете, значит, есть этот смысл. Потому что, знаете, я просто, когда мне люди говорят, что вот я все знаю, я говорю, ты знаешь, я бы даже из вредности все равно постарался бы узнать, а за что же там платят такие деньги? Разобраться. Потому что, когда вы поймете, как это делается, то сделать это вопрос уже техники. Надо просто понять, что здесь надо делать. Вот, и для этого здесь существуют школы. Школы от Reflame, школы от лидеров, школы от людей, которые добиваются успеха. Наши школы, в которых мы просто рассказываем, что здесь надо делать, за что здесь платят деньги, где заложены на самом деле большие деньги, по-настоящему большие. Потому что я не буду говорить про $1 000 000, хотя есть люди, которые этот миллион уже получили. Нужно прийти, узнать и вот попробовать проникнуть. Да. Да, надо просто из вредности просто постараться разузнать, так где же. Из любопытства. Теперь даже я узнаю. Из любопытства, из вредности. Вы заинтригованы, Оля? Да, безусловно. Владимир, вот скажите, вы как человек военный, что у вас привлекло в этом бизнесе? Вы знаете, вот, честно говоря, когда вот говорят, что косметика – это женский бизнес, я с этим категорически не согласен, потому что на самом деле я не знаю ни одного бизнеса, который делился по половому признаку. Косметика для меня просто товар. Это товар, с которым я делаю бизнес. Компания Reflame – это просто мой партнер, с которым я делаю свой бизнес. Красивый бизнес, вкусный бизнес, хорошо пахнущий. Потому что, как я сказал уже перед этим, делать бизнес на красоте – это великое дело.